Приветствую вас, понимаете, история тут такая, что слишком мало информации про вас, с мужчиной, про ваши отношения, про его личность, про вашу личность, про его предысторию, про вашу предысторию. Я думаю, что если бы вы дали бы больше информации, можно было бы дать вам и более приближенный к реальности ответ. А я полагаю, что секс является очень личной сферой взаимодействия двух людей. Вот. Скрывает в себе огромное количество всевозможных историй. Порой не совсем понятных историй, порой не совсем логичных историй, и, в общем-то, порой очень личных, очень чувствительных, очень нежных, я бы сказал, даже вот такое слово употребил бы, да. Ага, поэтому то, что делает мужчина, я полагаю, он делает это по двум причинам. Ага, первое, для него это такой странный акт нежности по отношению к вам. Хотя, конечно, я здесь не уверен. То есть это, опять же, да, нужно разбирать, что за человек и так далее. Вот, с одной стороны, это может быть проявлением нежности, с другой стороны, это может быть проявлением какого-либо, значит, страха, например, то есть мужчине так... комфортнее ему, так легче, проще, вот, может быть, потому что в этот момент его лицо принимает такое выражение, которое он стесняется, а в остальном случае это лицо такое достаточно мужественное и так далее, что, конечно, говорит о том, что человек либо не уверен в себе, либо там стесняется чего-то, что, в принципе, зачастую одного и то же. Вот. В конце концов, ситуация заключается в том числе и в том, что мужчина это может элементарно возбуждать. И как бы если его это элементарно возбуждает, то он это делает. Но опять же, признаться ему в этом будет достаточно сложно. А я могу ошибаться, но как бы ваш мужчина такой достаточно скупой на эмоции, мне почему-то так кажется. Вот. Одна это просто это область предположений, я ни в коем случае не хочу сказать, что я прав, потому что прав я в принципе, ну, не могу претендовать на правоту, потому что вот информации очень мало. Вот. Но основных моментов вот. Три, да, то есть, первое, он пытается закрыть, ваши глаза, чтобы вы чего-то там не видели, да, такого, что могло бы его, по его мнению, компрометировать и испортить ваше мнение о нем, вот, а, значит, с другой стороны, это... проявление нежности по отношению к вам, такое вот странное. Возможно, он хочет, чтобы вы закрыли глаза и предполагается, как вы лучше получите удовольствие от процесса. Вот. Либо, соответственно, его возбуждает. То есть вариантов, в принципе, здесь на самом деле больше нет. Таких вот, которые можно прикинуть, исходя из того объема информации, который вы предоставили. Конечно, если вы раскроете нам более подробно свои отношения, более подробно раскроете
например, его психологический портрет, свой психологический портрет, то, возможно, лучше будет видно и лучше будет понятно, что происходит. Пока вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.